Всех приветствую на своем канале. Мы продолжаем прохождение игры Far Cry 3. И я продолжаю путь охотника. Дошел до избушки, где дают задание на черную пантеру. Я это уже проверял, я это знаю. И ее надо будет убить из лука. Задание не из легких, потому что черная пантера очень серьезный хищник. Не то, что вот эти псы и собачки. Так-то, если бы был с автоматом, конечно, без проблем бы расправился. Свинка там под мостом была, видели? И собачка на нее охотилась, но свинка умная, она под мост забралась. Прям гениальная свинья-то. Кстати, свиньи достаточно умные животные. Они где-то, по-моему, вровень с собаками идут. Это так, мысли вслух. Так, а мне идти в обратную сторону, я не туда пошел, за черной пантерой-то охотиться. Так, ну, для начала надо найти лук, я так понимаю. Он будет сейчас где-то здесь. Можно не забираться, да? Просто перепрыгнуть и зацепиться. А вот так, как я сейчас сделал. Прям вот шаблон прям четкий сейчас был. Вот как надо делать, я показал сейчас. Во, вот с такой херни на черную пантеру охотиться. Вот-вот навелся, как жахнул. Я думаю, все готово бы сразу было. Так, ну с луком. Так, а что у нас с пулеметом? А, за место пулемета винтовка снайперская вторая. Так, у меня всего 5 стрел. И знаете ли, ребята... Убить черную пантеру очень нелегко. Я тут попробовал за кадром. Ну, я сначала шел, набирал задание, смотрел, думал, может быть, сейчас вот найду черную пантеру, попробую с ней потягаться. Ну, потягался. В итоге нихера. Сейчас будем убивать, уже снимая на видео. Если вообще получится у нас эта затея. А затея-то, я скажу вам, такая, знаете ли, не очень добротная-то. Приблизить я не могу, да? Попал? 5 стрел, блядь, уже 2, ёпта-мать. Это вообще не вариант. Я попадаю. Похеру, пошли за стрелами обратно. Там, где я брал задание, точнее лук, где он лежал, там стрел куча была. Без стрел нам делать нечего. У нас задание убить черную пантеру именно из лука. Так, а вспомнили, а где хижина-то была? Около какой-то пушки, по-моему. А, так здесь и была, ё-моё. Это даже не хижина, это ж вот. Во, еще 5 стрел. Это хорошо. Так мы можем. Только она ушуршала уж очень далеко. Посмотрите, как боится-то собака. Так, блядь, пума, да? Ну, пуму-то я расстреляю сейчас и без лука, блин. Тихо, тихо, тихо. Кошачья. Вот бы так, а. С этой черной пантерой. А то лук, лук. Попробуй из лука ее убей. Ой, блядь, тяжело. Я подходить к ней боюсь. Она меня ушатывает только так. Если бы ножом... А можно, может быть, ее ножом убить, а? Попал. Однозначно попал. Это сычара, а? Да куда ты... Так, она на меня побежит, нет? Если она на меня побежит, я боюсь, я не жилец уже, все. Это будет проблема. Блин, ну вот задание из лука убей черную пантеру. Это жестокое задание, я считаю. Равносильно самоубийству. Ладно, будем резать ножом, если что. Так, вот так попадаю. Попадаю. Такое ощущение, что я ей просто, блядь, щекотно делаю. Так, если я выйду с ней близко, она на меня нападет. Я боюсь, я не устаю против ее атак. Мне бы в голову ей попасть. Есть! Только боку у тебя не сожрали. Мне с тебя шкуру снять. Бля, зверюга-то, а? Страшная, черная. Сатанинская, так скажем. Охота с луком, черная пантера. Ну все, удачно. Я счастлив. Я правда счастлив, я выдохнул. Мне стало легче. Так, мы можем даже зайти, знаете, куда? Вот сюда. В создание предметов. И тут... Нет, не здесь. Во, медицинская сумка нужна бы. Большая медицинская сумка, бери. Хотя толк-то, у меня аптечек никогда не бывает. Так, а если рюкзак?
Бессмертный медведь, понятно. А бумажник? Однорогого буйвола, шкура. Я понял одну простую истину в этой игре. Здесь это задание на охоту я брал где-то вот тут, по центру, не рядом с каким-нибудь пунктом и не в пункте, который зачищен, а вот здесь. Это означает что? Означает, что задания, которые находятся где-то в глубинке, далеко от пунктов, не такие вот, которые рядышком тут, с аванпостами, а в глубинке, то они как раз и являются заданиями на редких животных. Ну, это мое, так скажем, видение данное. И я думаю, я прав. Наверное. Что еще? Еще, наверное, давайте попробуем зачистить аванпост, а возможно, вся остальная охота, она где-то вот на этом острове уже должна происходить. На всех остальных животных. Ну, давайте... Да, давайте займемся аванпостом вот этим крайним. А то как-то нехорошо. Местность у нас там открыта, а аванпост не зачищен. Неприятно, знаете ли, ездить там будет и находиться. Так, сразу сдаю все, что не нужно. А нет, с редкого животного, а именно с черной пантеры, шкура всего одна снялась. Что тут и туда, и сюда можно выйти? В любое место? А, это я в городе-то в этом, да-да-да-да, это на втором острове в городке. Бар, где бар, какой-то там хрен. Ну вообще, Crazy Cog, да, но почему-то его называли хрен. Большой хрен, да. Так, нам, значит, нам. Вот сюда нам. Так это в другую сторону вообще. Давайте объедем вот тут вот. Не пешком же топать теперь. Да, тем более здесь объезд есть. Ну, не совсем предусмотренный, но есть же. Проехать-то мы можем. Так, как-то вот так вот тут надо за гагульными ехать, по-моему. Ну-ка, я что-то потерялся. Сейчас еще разочек на карту посмотрим. Да, все верно. Вот эта дорога за Гагулиным приведет нас как раз к аванпосту. Можно, наверное, и срезать, конечно, но, знаете, мне кажется, пока срезаем, где-нибудь нарыпнемся. А, не, погодите, вот, да. Все верно. Я что-то не туда хотел. Хотел на основной маркер поехать. Забыл, что мы выделили главное наше задание, это зачистить аванпост сейчас. Не в плане по игре главное, а в плане для нас сейчас главное, для нашего, так скажем, морального удовлетворения. Так, все, стоп. Так, надо, наверное, осмотреться чуток. На каком-нибудь таком безопасном расстоянии немножко, как говорится, прозондировать местность, определить противников. Бля, тяжеловесов дохера, ребят. Их дохера. Ну как их дохера, их двое уже вижу. А это достаточно для того, чтобы мне жопу разодрали. Так, троих я вижу. Ну там явно больше, скорее всего там еще есть народ. Так, он меня не видит, я его сейчас сниму сам. Так, ну не этим, конечно, а вот этим. Ну ништяк. А давайте их прям... Вот так вот. Так же неплохо все. Осторожно, свои! Какие свои? Не, ну как красиво все получается. И не паришься совсем. Так, вот этого снять надо еще. Толстожопика. В башню они сразу убиваются. Легко, элементарно, прям сразу. Валятся только так. Ну, вообще не напрягайся. Давай, заходи. Че, все что ли? Так не говори, что я его уже зачистил. Запретная зона. Давайте, из глуши. А еще один имеется где-то. Да ты где? Ты ли... Он что, прилег что ли? Давайте на всякий случай. А, все, ничего не надо. Все само собой получилось. Вот этот, да, вот этот красавый. Вот это здорово. Так мне нравится. Да, аванпост вообще не напряг. Со снайперкой просто чудо.
Ножиком я, конечно, мог бы, да, мог бы. Ну, вы знаете, как у меня стелс получается. Очень долго бы это все выходило. Я бы долго изучал маршрут и подкрадывался сзади. А потом где-нибудь неудачные движения тебя засекли, надрали задницу. И начинай заново. Не очень приятная процедура. А, это уже свой, блядь, напугал чувак. Еще на карачках такой, блядь, на полусогнутых. Как будто прячется от кого-то. Хотя все уже зачищены, все мертвые. Я тут постарался. Ноутбук есть? Аптечка есть. Ну что, затаримся. Затаримся, как обычно. И продадим ненужное. Ненужный хлам нам не нужен. Так, все, бумажник опять полон. Вот это да, вот это я даю. Так, может тогда покупать что-то надо? Пора. Так, ну для начала пополнить запас. Это само собой. Так, 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 так. А что, все у меня есть. Пополнить запас автоматом все пополняет. Давайте посмотрим, что у меня не куплено и что уже могу купить. Чтобы деньги просто так не терялись, чтобы я мог куда-то собирать их. А то в полный кэш... Дезинтегратор. Мне вот всегда интересно. Что за хрень-то такая? Так, ладно, давай дезинтегратор купим. Я не знаю, стоит ли его вот ставить вот сюда вот сейчас. Он частично похож на то, что из чего я сейчас стреляю. Ну давайте, он его все-таки уникальным оружием является. Я его обвесить хочу еще. Не понял. Так, как бы его сравнить с этим... с пистолетом-пулеметом, вот этим вот, вектором. А никак и не сравнишь, да? Ну давайте посмотрим. Вот смотрите, вот, вот здесь вот сейчас... А, так на него еще одна обвеска возможна, на вектор. Так вот. Охереть, как я сразу не заметил этого безобразия. Ну как безобразие, прекрасного момента, который я упустил. А, глушитель, расширенный магазин, голографический прицел, хорошо. Точность, ну где-то до циферки 3. Урон очень слабый, дальность слабовата, темп огня максимален, мобильность... Ну, чуть больше, чем вот до сюда, до циферки 3. Теперь смотрим дезинтегратор. Дезинтегратор у нас эксклюзивное оружие, правильно? Нет, неправильно. А, любимое оружие. Да. Это определенно крутейшая вещь, которую я видел. Просто определенно крутейшая. Да, да, ну вообще бесспорно да. Бесспорно, просто да. Тут говорить не о чем. Единственное, я еще продам вот это вот, то, что у меня тут валяется. Боезапасы не надо пополнять. Похоже, все обвесы, которые использовались для вектора, для того скоростного пистолета-пулемета, у меня для дезинтегратора тоже автоматически перешли. Правильно я понял? Нет. Он какой-то особенный. Но он с глушаком. Тут было прекрасно. И снова будет. Да, но вот мне не нравится его прицел. Он слишком бликует. Просто засветка идет, не видно ни хрена. Шейдер, понимаешь ли. Ну придумывали тут всякие. Так, был прекрасный, снова будет, это да. Но я еще не все для этого сделал. Так что потерпите чуть-чуть. Не, не дам. Ничего не дам. Вообще ничего. Так, теперь сюда. Как бы нам сюда добраться? Наверное, вот правильно скакануть, правильно вот на этот аванпост. Ну, можно и с снайперки опять все разрулить. Дела просто из нее разруливаются на раз-два, и никто не замечает и тревогу даже не понимает. Come again. Возвращайся снова, написано было на двери, представляете? Спрашивается, зачем? Че тут возвращаться-то? Ради чего? Так. Ну, в принципе, можно, наверное, и вот так вот. Вот-вот сюда, да, вот по этой серпантинной дорожке змейки. С дезинтегратором наперевес. Прям тащусь от этой пушки сейчас. Вот не знаю, посмотрим ее в действии, но я думаю, не хуже, чем вектор будет. Однозначно, у нее там урон хороший. Темп огня тоже максимальный. Блин, вообще прет. Надо было сразу его убрать. Это же просто шедевральная пуша. Так, все, это лагерь. Так, нет. Я хотел присесть. Блять, я вообще не с той стороны подошел. Снизу к этим вещам не подходят. Надо сверху осматриваться и потом уже нейтрализовывать. Ну ладно, мы уже внизу. Чего ж я теперь буду туда-сюда-то прыгать, как сайгак? Давайте попробуем. Как это место
это стало таким? Да хуй его знает, чувак, хуй его знает, не спрашивай. Ты абсолютно прав. А, их двое. Их, блядь, тут как так четко-то? Вы посмотрите, как они улеглись, прямо одновременно, как братья. Нравится мне, понимаешь? Так, меня кто-то почувствовал, нет? Так, трупы засекли. Так, ну меня пока нет. И это очень важно. Так, тихо. Без паники. Собаки, надеюсь, не сообщат. Шикандос вообще. Тихо. Есть. Давай, Миша. Поднимай им тревогу, бля. Так, блядь, давайте в ту хату, блядь, в ту избушку. Мишка меня тут не достанет, надеюсь. Нет, тут песенка есть. Если захочет, достанет, так он за мной, блядь. Ты чё, дурак, Миша? Я тебя высвободил, блядь, так скажем. Ты чё, за мной охотиться решил? Не вздумай. Зря. К Мише идешь? Давай, давай, Миша, там с тобой сейчас. Где Мишка-то? Ну ладно, как хочешь. Все. Свое дело мы сделали. А, вон Миша. Вон, левый верхний угол. Там как раз показали, когда удаляли камеру. Где-то здесь стоит, вот там вот. Сейчас наш приедут, разберутся. Ценой собственных жизней, наверное. Парочка-троечка-то он заберет. Это ж Миша, блин. От него хрен убежишь. И хрен его грохнешь. Толстожопик, еще тот. Чё-то там, блядь, открыто новое островное... Миша обратно в клетку зашёл. Бля, я пошел отсюда. Как, короче, я сдриснуть? Сдриснуть! Там идиот, блядь, он сам... В клетке-то понравилось, смотрю, он вернулся туда. Чуваки, справитесь с ним? Давайте посмотрим. Ставлю, короче, на Мишку. Да, вообще... А, 4 чувака. Нет, наверное, расстреляют. Да, расстреляю, скорее всего. Ну, двоих, видите, он завалил, а остальные двое-то, наверное, его сейчас нашпигуют. Все, ну так и есть. Вот троих мог бы и ушатать. Извини, братан, я, конечно, мог помочь. Но мне очень хотелось посмотреть на этот нечестный поединок. Чёртовы пираты. Сволочи. Сигаретки продадим. Этих я обыскал. Наверное, не помню. Так, ну что, аванпост еще один зачищен. Еще одна... еще один пунктик назначения в мою копилочку. Достижений. Так, карта памяти, аптечка, прекрасно. Так, тут что? Опять же, сразу толкаем все ненужное. Деньги мы, видите, тратим на какие-то уникальные вещи, типа дезинтеграторов всяких. Вещи-то очень хорошие. О которых я, собственно, не особо... парился, а сейчас понимаю, что вот на этом острове, на последнем, на втором, они очень нужны. Сложность повысилась, понимаете ли. И нехило так. Так, все, я тут все сделал, ребят. Все зачистил, все прекрасно. Можно взять, конечно, миссию охотника. Что, собственно, мы и сделаем. Давай. Торговец хочет заполучить для своего магазина 3 леопардовые шкуры. Убейте их из представленной снайперской винтовки. Вот из снайперской вообще всегда готов. Посмотри на доску объявлений. Это как раз оружие для меня такое подленькое. Как я, да? Не, ну я на самом деле не подлый, я просто так. Я только учусь. А что хотите? В этой игре иногда надо вот обманывать ситуацию. Придумали так, а ты обошел ее, сделал по-своему. На то она игра, чтобы выполнять все намного проще и легче. Так, я туда, не туда? Подождите. Нет, вот сюда. Так, 3 леопарда, да? Я правильно понял? А куда ж нахер денешься? Конечно, правильно. Так, вот. Но мы меняем лук теперь. Да, не. Вот эта снайперская винтовка, из нее надо леопардов грохнуть. И я думаю, у нас это запросто получится. И снайперки-то мы, блин, вообще... Мы мега-перцы из снайперки.
Когда дело речь заходит о выстрелах и снайперке, и охоте и снайперке, да это легко. Так, я что-то слышал, ребят. Я прям рядом что-то слышу. Минус один леопардик. Даже отмечать не пришлось. Просто в башку ему пульнул и все. Так, где зона? Зона где-то здесь. Вот еще один. Да, это не охота, это расстрел какой-то. И вот еще один. Все, последний. Дружбан, ты труп. Так, приближение больше нет. Блядь, нихуя себе труп. Так. Чё-то не сдалась стрельба с последним-то. Это твоя ошибка, блядь, на меня-то бежать. Охренеть, попасть. Да что ты делаешь-то? Бля, в башку сразу берет. А вот в тело, смотрите, сколько пришлось пульта выпустить, а? Не очень-то приятно так долго-то расстреливать. А бежал он, блин, скорость-то не теряет. Когда подстрелить, должен раненый медленно ковылять. Но он ни хрена этого не делает. Он продолжает бежать с той же скоростью. От них от раненых даже не свалишь. Ой, так, ладно. Мы с охотами, с охотой разобрались. Давайте выполнять основную миссию. Где она, кстати? Вот она. Да, это не очень приятно, потому что она в закрытой территории, и нам бы вот неплохо радиовышку вот эту открыть. Ладно, помчали. Нечего смотреть, надо действовать. Да? Вроде так. Ну, если будем просто смотреть, конечно, за нас никто ничего не сделает. Само собой. Так, продавать нечего, боезапас. Да, давай, короче, коль уж дело пошло к миссии, мы тогда сейчас вернем взад наш пулемет. Так, экипировать вот сюда. Все верно? Да, все верно. Если что, пулемет всегда нужен на случай, если пойдет открытая конфронтация настолько ярая и ядреная, что, блин, можно будет там, я не знаю, отстреливаться до усеру, и тогда пулемет нас выручит, ребята. Точно говорю вам? Точно. Уверен просто. Так, пешком или на машине? Давайте на машине, только я не знаю, может в обход придется. А что в обход? Сейчас напрямую сиганем, посмотрим. Вот прям так разгонюсь, и будь что будет. Даже если свалюсь, на машине я обычно не разбиваюсь. Блять, ну вообще с какой высоты есть? Смотрите. Блять, как вылететь? Не разбиваюсь я на машине, да, не разбиваюсь. Надо язык в задницу засунуть, блядь. Чтобы такое больше не говорить. А то надо такое ляпнуть, не разбиваюсь. Не, ну как четко полетел, вы видели? Прям самому понравилось. Так, ладно, давайте попробуем спуститься по дороге как-то более цивилизованно. Ведь все-таки такие спуски из... Ебал я эту лавочку. Никогда на нее не сяду. Так, только как? Вправо, влево, давайте... Влево попробуем, вот сюда. Музыка-то, смотрите, походу нас ждет радость в жизни, блядь, какая-то. Музыка прекрасна, музыка веселая, позитивная. Ну, у нас точно все получится, уверен, что. Так, вон вижу аванпост там дымит. Ребята, а что здесь происходит вообще? Ну-ка, что за тусня? И они меня не трогают, что самое удивительное. А знаете почему? Потому что я банда, блядь. Потому что, во-первых, одет, как они. Во-вторых, это не красная зона, поэтому они не трогают меня. Все объяснимо. Все правильно. Ну, они тут промышляют. Слава богу, они меня не трогают. Блядь, куда ты прешь, дурила, блядь? Ну вот сам виноват, мудак. Еще и стреляют. Вот сукины дети, а. Сейчас ведь... Займусь вами, мало не покажется. Они за мной гонят, ты посмотри, а. Сюда блудцы. Так, я на вышку. Блядь, нихера себе, попадают. Миткачи тоже мне. Сейчас вам засаду у вышки устрою. Если вы, конечно, за мной еще будете ехать. А вы, сволочи, не отвяжетесь. Вы же как говно, пристанете, все. Как панели с задницы пристал, не отвяжешься. Ну давайте, у меня тут бердарка первый номер, блядь. Свистел, пердел, на утро помер. Давай, куда?
Нет? Передумали? Увидели пушку-то, обосрались? Хе-хе. То-то же, Мария Ивановна. Стоп! Не падать духом и даже брюхом. Куда? Сюда? Давай. Далее. Далее. Ага, во, вижу. Так, сюда. Ну, тут пока все просто идет. Оп. Нормально лазит. Обезьян. На, а что ему остается делать? Ну, у нас миссия такая. Лазить, изучать. Так, по дощечкам, да? Ну, тут обычно вот так делается, да. Потом вот так вот делается, потом вот так вот делается, потом вот так вот делается, потом хер его знает, потом суп с котом. А, потом спускаемся и вот сюда залезаем. А далее вот как-то вот отсюда, да, с этой вот херни надо прыгнуть вот сюда. Ну-ка еще заднюю дай. Оп. И все, финальная лесенка. Лезем. Здесь уж бояться нечего. Здесь все будет гуд. Осмотримся-ка ты на эти достопримечательности. Так, вот лагерь. Вон там лагерь. Блядь, территории вообще огроменные, да? Ребята, согласитесь. Приближается все. Куда деваться? Радость-то какая. А вы куда побежали, чуваки? Что случилось-то? Они меня нам там ищут. Я же врезался в их тачку. Причем не я, они врезались в мою тачку. И теперь, типа, я виноват еще оказался. Не, ребят, так дело не делается. Пошли вы в жопу. Я не понял. А, да, башня. Главное, это цель. Этот ящик открыть-то, ё-моё. Чуть не забыл, хотел уже сигануть с нее. Вот бы сейчас спустился, потом... Не знаю, очень долго бы, наверное, матерился. Опять какие-то сраюги показывают ненужные. Зачем они нужны? Там брать-то нечего. По всей карте, если обратили внимание, разбросанные иконки с алмазиками, это типа какие-то сокровища, которые можно найти. Такая чушь. Там обычно ни хрена нет. Денег, как вы видите, у меня и так накапливается полный кошелек постоянно. Ага, во, поехали. А вон та два с этих саудафона-то прибежали и стоят, что-то делают. Так, ну пока я вроде не в красной зоне, я должен быть, собственно, в общем... Ну как, должен, они не должны меня сейчас трогать. Подожди, я задумался что-то, ребят, по... Мне вот интересно, что нужно делать-то здесь? Еще раз почитаем. Доберитесь до штаба Хойта. Ой, ёпа-мать, это уже штаб Хойта? А нехило так там расположилось-то все. Смотрите, каким он построек-то. И он огорожен полностью с бетонным забором, блядь. Так, где там эти два солдафона-то? Слушайте, ну найду я... Тут... Чего найти-то? Доберусь до штаба Хойта. А найти-то чего? Хойта самого или... Так, нам, походу, надо как-то внутрь пробираться. А пробраться внутрь, видимо, можно только через ворота или через какую-нибудь дырку. Так, входящий звонок от Деннис Роджерс. Как твои планы убить Хойта? Я силен, как никогда. Передай Цитре, что я убью Хойта. Не беспокойся. Я всегда на стороне Цитры. Так, не понял, зачем ему сейчас надо было звонить мне и спрашивать, уточнять. У меня такое ощущение, что Деннис просто хочет, чтобы мы обосрались. Вот есть у меня такое подозрение, что непростой он чувак. Я правда не помню сюжет, но что-то в нем не то. А, так подождите-ка, я могу по нему запросто гулять по этому штабу. Да, ну как свой. Просто зайти и все. А вообще я должен был с парадного, видно, подойти-то сюда. Вот здесь вот. Вот, мне сюда. Пропускай меня, чудик. А смотрите, без него ты никак ведь не зайдешь. Там забор вообще глухой, напрочь. Везде. Глухой, как после взрыва, контуженный мужик. Давай. Сделай непроницаемое лицо. Права на ошибку нет. Пошли. А, так это наш Сэм. Пойдем. Тот самый Фриз. Это Фостер. А, спасибо, Сэм. Иди покури. Ты, садись. Где список предателей и фотографии? Вот.
Отличная работа, парень. Хочешь сигару в честь победы? Ты устроил неплохое шоу. Вообще не курю. Ты боишься рака легких? Это хрень. Тебя убьет не рак. Не торопись с выводами, чудик. Так, ты хочешь войти в число моих приближенных, Фостер? Но знай, я вижу людей насквозь. Ты не поседа. Ты берешься то за одно, то за другое. Есть такое дело. Просто ничего не подходило. Хорошо. Скажу по секрету, знаешь, что делает твоих людей счастливыми? Страх. Сомнительно. Итак, хобби. Кулинария, живопись, кино, наркотики. Какое твое? Люблю охоту. На таких, как ты, чудик. Я сам охотник. Благородная профессия. На таких, как я, да? Если мы говорим о настоящей охоте. Да, именно о ней. Я могу предложить тебе отправиться на рынок рабов в Рио, Гонконг, Нью-Йорк. Это всемирное предприятие. Глобализация. Это будущее. Со всех концов света привозят товар мне. Возьми американскую промышленность. Они маркируют линзы цифрами 1, 2, 3, чтобы я мог их видеть, если надел линзу наизнанку. Но почему 1, 2, 3, а не А, Б, С? Чтобы можно было продавать их в любой стране. И угадай, что происходит, когда я их ношу. Вы не видите 1, 2, 3? Вот это самое удивительное. Вот это и есть прогресс. Это цивилизация. Че, блин, за заговор ты мне раз... Видишь эту лодку? Нет. Я удерживаю ее и экипаж, чтобы получить выкуп. Но владелец не хочет вести переговоры за пределами своей страны. Сука, ты псих вообще, конкретный, контуженный. По тебе психушка плачет. В американских оркестрах слишком громкие духовые. Бля, придурок. Рабы покупаются и продаются по всему миру. Так же, как и контактные линзы. Мой продукт универсален. Так, я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Тут внизу есть пленный. Узнай, кто он есть и на кого он работает. А затем избей его до потери сознания. Сэм пойдет с тобой. Ладно. О, я буду следить за тобой через камеру. Не часто приходится видеть профессионала за работой. Эй! Не разочаруй меня. Знаете, какое у меня есть подозрение? Что он сейчас увидит какого-то знакомого пленного, и ему придется играть на камеру, что он якобы действительно допрашивает. И быть на полностью серьезным. Тебя привел Сэм, да? Он реально крут. А ты крут, пацан. С этим отморозком нужно держать ухо востро. Ты в курсе, что крут, кто крут, того прут. И тебе потом будут. Так что и давайте не выпендривайтесь, я вас всех когда-нибудь тут кокну, чуваки. Всех, до единого. Денежки соберу, тебе они не нужны, все равно, блядь, с тобой. Новенький думает, что он особенный, потому что болтает с Хойтом. Хойт болтает со многими рекрутами. Он говорил с Васом. Где он теперь, а? Да ты знаешь, кто его шлепнул, а? Ладно, не буду вам все выдавать. Вас нахер. Так, нам вниз. Становится все интереснее. Ходят сплетни, что... Блин, какой болтливый, попался. А, отвали, в общем, не хочу тебя слушать, не хочу. Блять, я красавчик, нихуя себе. И кто это сказал? Мужик, идите в жопу, пидрасня сраная. Кого вообще набрали? Так, подвал. Куда это уходит-то? Он не придет отмечать мое свидетельство через месяц. Твою мать, меня узнали! Вы понимаете, что меня узнали? Нет тебе кокоса. Он же меня узнал, получается, черт побери. Видео имеется со мной. Пусти меня! Кидай в кузов! Все, пиздец, я приплыл, короче. Это засада. По-моему, все понятно.
Ну, а дальше стандартное, короче, их телевидение пошло с интересными новостями. Блять, ускоряется еще, смотрите. Ну что, все, приплыли, чувак. Мы в жопе. Сюда. Конец наступит? Делай дело, и Хойт поверит тебе. Да уже, по-моему, не может. Верь в свою ложь. И помни, улыбайся. Ты в объективе. Единственная хуйня, может быть, они... У них... О, а запись... Пленник для допроса. Так это свой чувак, к которому они прыгнули, по-моему. Все ж верно, да? Блять. Райли. Кто ты? Твое имя? Что? Твое имя? Нет! Райли Броди! Ох, май год. Серьезная игра. Остров. Мой брат. И где Джейсон сейчас? Я не знаю. Так, чувак вроде в просек фишку. Он думает, ты мертв? Блять, пиздец. Я задаю вопросы. Где он держит друзей? Я не знаю, я просто хочу уйти отсюда. Камера выведена из строя на 38 секунд. Ралли. Джейсон, не палевно ли, чуваки, не палевно ли? Какого хрена, ты с ними? Нет, я вытащу тебя. Понял, понял. А где Грант? Его нет, но я здесь. 26 секунд. Окей, мы уходим. Найн, если так, считай, что сам его пристрелил. Мы должны устроить саботаж и убить Хойта. Отвлекаем охрану, а Райли убежит. Найн, он не сможет выйти из здания. Послушай его, а? Я не смогу сам. 9 секунд. Избей его, или Хойт... Давайте что-нибудь придумайте уже быстрее. 5 секунд. Хорошо. Обосратушки просто какие-то происходят. Давай, 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 руки за спину, типа, связанный. Блядь, чувак на очки сидит, вообще конкретно, мандражует. Я сам мандражую, давай. Больно. Это я сделал уже, да, я нажал. Больно. Извини, чувак, так надо, вырубайся уже, давай. Придется терпеть. Вообще жопа полная, так что да. Убедительно пытаем, блять, своего чувака. Ёбнешься, блять. До чего дошло? Так, удерживать надо. Палец прям засунул, блять. Ай, ёбаный пиздец. Чувак, вырубайся лучше. Так будет проще. Просто вырубись. Кем я стал? Тем, кто хочет выжить, блин, в этих условиях волчинах. Оставь его. Хватит. Ты лучший игрок в покер, кого я знал. Нужно выпить. Да, я, кстати, вас выиграл в тот раз. Это было удивительно. Слушайте, как вы не заподозрили? У меня же там фотка. У тебя получилось узнать его имя. Видео. Неплохое владение кнутом и пряником. Ты мне понравился, парень. Слушай. Я приглашаю тебя сыграть со мной в покер. Ну нет. Сэм, мне второй раз не повезет. Есть деловой разговор. Назначьте время. Я всегда свободен. Хорошо. Отлично. Я передам приглашение через Сэма. Ночь покера. Ночь пиздюлей, чувак. Пиздюлей ночь. Ну как? Я хочу убить его. Все хотят. У меня есть план. Мы выведем из строя коммуникационную сеть Хойта и взорвем склад горючего. Паника в его гестапо позволит нам казнить Хойта во время покера и спасти Райли. Das ist gut, я? Да, очень. Я. Встретимся на складе горючего, когда ты разберешься с центром связи. Это оставит его людей без глаз и ушей, я? Я-я. На тюрлях. Ой, бля. Слушайте, я одно не пойму. Там же чувак смотрел видео по телеку, там, я не знаю, с моего телефона, то, что записано было, как я своей рожей светил, когда прыгал с парашюта. И тут я заявляюсь Хойту, и он меня не узнает. И никто из них меня не узнает. Во всем его, всем есть своя мораль, я не успел прочитать, пиздил в этот момент. Вот это вот мне было, честно говоря, непонятно. Может быть, я в маске, конечно, хожу, или Хойт вот хочет побыть с такой же бородой. Да пусть усрется там, обдрочится нахуй один. Мне плевать на него вообще. Хоть труп будущий. Но это, наверное, придет не сразу.
Он реально крут. А ты крут, пацан. С этим отморозком нужно держать ухо востро. Я же сказал, кто крут, того прут. Так, ладно. Давайте навыки посмотрим. О, Сэм Беккер. Я отправил их туда, пошли. Прошли дни, потом недели, ни один не вернулся. Джунгли поглотили их. Кого ты отправил? Куда отправил? Ничего не понял. Так, карты памяти. Опять эти карты памяти, опять эти люди. Люди Сэм Беккер, наверное, хотя я его уже видел и не раз. Райли. Райли Броди. А, так вот, еще младший брат есть. Ваш маленький братец Райли. Спорим, вы по нему скучаете. Это ваше слабое место. Не допустите ошибку. Например, я люблю свою родину, но я не выжил из ума и не полезу ради этого на небоскреб и не поплыву на спине кита. Будьте начеку. И Сэм Беккер. Про него мы прочитали. Кого-то он отправил куда, неизвестно зачем. Чего опять не прочитано-то? Все же прочитал. Дикие животные. Черная пантера. А, ну понятно. Мы ее уже шлепнули и неплохо, в принципе, из нее сшили сумочку. А чё бы нет? Навыки. 3. Блин, нихера себе прибывают навыки. Слушайте, так я все, я в принципе уже почти все ячейки изучил. У меня-то осталось совсем чуток. Ну вот, лук, например. Мастер-лучник, вы можете доставать и накладывать на тетиву стрелы 50%, накладывать на тетиву стрелы на 50% быстрее. Это, грубо говоря, перезарядка лука на 50% быстрее. Выучить этот навык, не знаю. А мне учить-то особо нечего больше. Ну давайте, мастер-фармацевт, изготовление снаряда. Блин, вообще херня полная, все, тут больше нечего учить. У меня единственный один навык остался, который можно очков качать, которого якобы уже нет, их ноль. Но когда они появятся, остальные-то под замками, они должны открыться. Кстати, что нужно для того, чтобы... Нужно завершено задание охоты за головами. 2 из 3. Вот оно в чем дело. Нужно завершать задание, чтобы открывать вот эти навыки. Торговец. Нужно завершение охоты за головами. А вот, например, это подступ ниндзя. Нужно освобождение ванпостов незамеченным 1 из 2. Вот такая вот херня, ребята. Так что незамеченным ванпоста надо все-таки захватывать. Посмотрите, от чего от этого зависит. Открытие навыков от этого зависит. А я проебланил все это дело. На все пуговицы. Приобретенных бронежилетов 2 из 3. Правильно носите броню, чтобы она поглощала. Ну вот смотрите, приобретенных бронежилетов. Если я сейчас куплю еще один бронежилет, у меня откроется этот навык. Но, черт побери, вот за этим-то надо было послеживать, а я ни хрена этого не делал. Хладнокровность. Стационарное оружие будет не так быстро перегреваться при стрельбе. Ну это херня. Вообще ни к чему эта херня мне не нужна совершенно. Так, а здесь быстрых убийств снизу. Одно убийство быстрое снизу надо сделать, чтобы вот эта херня открылась. Убийств из ручного оружия 8 из 10. Это из пистолета, что ли? Украдите у врага пистолет и убейте всех противников, находящихся рядом. А, надо. Даже так. Круть ты какая. Так, что там задание? Проберитесь в центр связи. Ладно, мы поняли вас. Мы поняли вас, не трогайте нас. Так, о, да. Аванпост, аванпост. Ну чё, сиганём? Или давайте-ка вот. Давайте-ка вот откроем вот эту вышку, а потом с аванпостами потихонечку поразбираемся. Кстати, надо бесшумно аванпост еще один захватить, а то у нас один навык никогда больше не откроется, потому что если когда мы захватим все аванпоста, нам больше нечего будет захватывать. А навык требует именно 2 захватов бесшумно. Именно бесшумно. Так, ни хрена нам патроны не нужны, все у нас на месте, все прекрасно, поехали. Так, а чё... Цель-то моя, по-моему, радиовышка, да? Давайте ее отметим, чтобы не потеряться тут. Да, вот, наверху, пойдемте. Да, далековато. На машине, что ли, сигануть? Давайте попробуем на машине проехать. Я только не знаю, как лучше-то. Вот по этой дороге или, наверное, по этой. Потому что, мне кажется, кто-то и не поднимется потом. А это тоже приведет хрен знает куда, может быть, сейчас. Она вообще в другую сторону ведет. Или правильно? Тут не поймешь, как дорога развернется. Вот в чем проблема. Так-то все неплохо было бы. Но когда карта-то закрыта, непонятно, как дорога-то идет. Вроде, мне кажется, я правильно еду, потому что я поднимаюсь. Так, погодите, я ни хрена не понимаю. Давайте тут попробуем пробежать.
Это опасно, потому что можно сорваться. Я это знаю. Не раз уже делал. Не раз испытывал. В принципе, это действительно опасно. Убедился и не раз, да. Так, что у нас тут? Давайте аккуратненько бочком и спускаемся. Надо было прямо ехать, все верно. Сейчас просто я заберусь на гору. И там, скорее всего, меня ждет просто дельтаплан. Вот и все. Так, притормаживай. Притормаживай. Отлично. Фу. Стремненько. Кто-то едет еще. Ну, а, говорит кто? Свои, чужие? Чуваки! Вы что, охраняете радиовышку? Эй! Да пошел ты в жопу! Эй, я тебе не эй, я типа Джейсон Броди и все такое. На такие вещи не отвлекаюсь, иди в жопу. Так. Нормально я так запрыгнул. Под ноги, значит, надо смотреть, ясненько. Ненавижу это дурацкое место. Да хуй ты тут делаешь, вали отсюда. Я вон тут занимаюсь делами. Залезаю на вышку. А? Как вам? А вы думали, я в обход пойду? Не тут-то было. Да тут вообще просто. Тут все проще, чем предыдущее. Ну, пока что. Оп! И тут прям, знаете, как прилипает к соседней стенке. То есть я не допрыгиваю, а он все равно так, хлоп, скриптиком, прилип. Ну что, хорошо. Зато никогда не сорвешься. Так, здесь что-то непонятно. А, во. Опа! Фу, блядь, напугал. Я думал, не схватит. Так, ребят, вот тут сейчас, вот, честно говоря, меня немножко удивило. Здесь прямого ухода-то нигде нет. А, во. Растянулся чуток. Ну, это не беда. Мы не раз растягивались, нас это не останавливало. Запросто. Преодолеем любые трудности. Так, ну вот, все, освоил вышку. Точнее, еще не освоил. Сейчас шкафчик вот этот откроем. Перемкнем нужные провода зубами, и все будет хорошо. Чпок, чпок. Все, вышка открыта. Слушайте, когда я вот это сделал, там снизу-то чуваки не начнут палить почем зря по мне, что я тут такое натворил. Пещера. Кстати, пещера тут, мне кажется, может быть, и поизучать бы стоило. Не зря же их тут разработчики так интенсивно понапихали. Возможно, что-то интересное бы находилось. Ну, вообще, кроме реликвий, может быть, ничего интересного и не найти. Так, ну, вот здесь где-то аванпост, где-то, вот он, да? Этот, правильно я держу курс сейчас? Да, именно. Нам туда бы спуститься, я думаю, надо. Так, ближайший трос вот этот, так что поехали. Я сейчас, наверное, сразу его зачищу, тем более я нахожусь на возвышенности. Я думаю, сейчас подойдем и расстреляем снайперки по-тихому. Бесшумное убийство, там все такое. Нам надо по-тихому еще один ванпост захерачить. Чтобы нас никто не засек. А то у нас тут только один так захвачен. Вообще, во всей игре, представляете? Я просто, не знаю, там, можно сказать, первый по захвату ванпостов, наверное, к нашумевшему такому захвату. То есть у меня всего один ванпост, который захвачен бесшумно. Так, подожди, чувак. Пума. Как уложил четко, просто... Муа, а не оружие. Ну просто... Вообще шикарная штука. Так. Спуститься ниже, что ли? Так, там кто-то есть. Давайте сюда спустимся, а то отсюда как-то... Мне такое ощущение, что ебануться могу. Вот где-нибудь здесь, может быть. Так, ну ладно. Присмотримся для начала. Так, тяжеловес, снайпер. Снайпера можно сразу ушатать. Ой, ё-моё. Тут немало народу-то так, если разобраться-то. Ну, четырех я уже задетектил. А, наверное, еще есть. Они, как обычно, там за препятствием прячутся. Тихо, блядь, не растягиваться. Раскарака Верочка, блядь. Так, вот еще двое вижу. Трое. Блядь, их вагон тут целый. Так, с этим постом, наверное, может быть, трудности будут. Еще есть шахта какая-то. Ну ладно, давайте начнем разбираться.
Минус один. Так, где тут лучше-то начать? Отстрел-то ваших говнёческих жоп, которые, блядь, сейчас, сука, будут пули получать одну за другой. Так, засекли его, что он мертв. Но мне нельзя промахиваться, вот это факт. Собственно, промахнулся. Уйди, 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 меня чуть не обнаружили. Так, это плохо, они, по-моему, ко мне собрались. А, как вам? Через ангар прям, через, блядь, сука, препятствие. Как, во как надо, вот. Винторез просто шикарен. Вы посмотрите, что он делает. Он через препятствие херачит и все тут. Вот это красавелла, бля. Вот так мне нравится. Вот так я люблю. Это наш метод. Так, где? Меня чуть не увидели, где? О, вижу. С базукой. И прям в дверь улетел. Молодец. Так, но это еще не все. Где-то есть еще. Где вот не закончилось? Так, берем пока наш любимый дезинтегратор. Будем, если что, дезинтегрировать их. Так, это я понял, что запретная зона. Я не знаю, где они еще стоят. Я просто больше никого не наблюдаю. Я всех тут перехерачил, снайперки. Это очень удобно, кстати. Вы видели, да? Так, а чё вдруг свет-то загорелся, темнеет? Ночное время подходим. Так, вот здесь, не знаю, запретная зона. А, вышел из нее? Нет, еще не вышел. Давайте проверим, а то, блин, знаете, не хочется, чтобы в спину нашпиговали. Потом выскочит какой-нибудь неожиданный болванчик. Ни хрена себе там проход. Сейчас туда обязательно нос свой сунем. Главное, своей узкой задницей не застрять здесь, в этом проходе. А ни хрена, докнуто, ничего дальше-то и нет. Нагнетают тут, понимаешь? Вау, как интересно, график сейчас отображается. Просто ночное время тут красиво выглядит. Так, стоп. Нет, 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 не это. Вот это. Ну, это бесшумно было, захват? Бесшумный или как? 1500. Да, это бесшумный захват. Такие очки опыта могут впулить только за освобождение бесшумно. Потому что 1500 мне в жизни не давали. Я давно таких очков навыков за освобождение не получал. Там 500-550 обычно. Все, наши уже тут. Трупики собирайте, убирайте, чтобы не протухли. Ну что, давайте подберемся нафиг. А что, они все исчезли уже, все трупы исчезли. Там опять балдеет чувак, самоутешается, сам, короче, себя крутым называет. Так, если есть ноутбук, забираем. Опять не наведешься никак. Так, ну что, давайте, ребят, глянем. Просто интересно, на самом деле это было сделано для того, чтобы проверить теорию, как говорится. Ну понятно, очков навыка нет, это ясное дело. Я проверить теорию другую хотел. А, бронежилет можно еще сейчас приобрести, и тогда будет и это тоже изучено. Во, вы будете незаметно тише ходить и бегать. Вот, вот, вот. Видите, открылась, короче, у меня вот эта ячейка, я теперь могу ее изучить только благодаря тому, что захватил бесшумный аванпост. Теперь купим бронежилет, и вообще все станет шикарно, и все станет на свои места. Так, бронежилет у нас расходных материалов, насколько я помню, да? Да. Оп! Вот и все. И пополнится. Теперь смотрим. Еще разочек проверяем. Это же интересно все-таки. Что ж нам там дальше-то? Что ж нас ждет-то? Нет, нет, не создание навыки. Так, где это было? Вот. А, тут еще и поставки надо завершить. Так, а что адреналиновый всплеск? Частично поврежденные ячейки здоровья регенерируют на 100% быстрее.
Да, придется это и делать тоже. Изготовить целебных снадобий 9 из 10. Вот, и это тоже надо будет сделать. Но это можно сделать за кадром, можно сделать, в принципе, и при съемках. При съемках, как уж получится, ребят, это сделать, я не знаю. Ну, увидим, в общем. Сейчас надо посмотреть на карту, что у нас тут происходит. А у нас происходит, в принципе, неплохая ситуация. Мы все аванпосты в открытых зонах зачислили, кроме вот этих двух. Осталось две вышки, и второй остров, в принципе, открыт. Карта полностью будет открыта. И останется 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 аванпостов. Тоже неплохо. Я, наверное, сейчас за кадром, может быть, вот это дело и зачищу. А в следующей серии мы двинемся на текущие задания с вами. И, может быть, я даже выполню какие-нибудь миссии охотника. Потому что надо же все-таки добивать всех этих уникальных животных и собирать с них шкуры. Ну что ж, давайте закончим сегодня эту серию. До встречи, удачи, пока и счастливо. Увидимся в следующей серии, ребят.